Это ты к чему? Мертвые подозреваемые не говорят. Ну, похоже, живые тоже молчат, так что я сейчас урою этого шнура, чтоб не возиться с бумажками. Я ничего не знаю. Чувак, наблюдение не моя забота. Наблюдение — это по его части. Он к своей камере никому притронуться не давал. Черт. Что снято на камеру? Майк у нас любит стрелять. Добро пожаловать, Фэт, аудио-видео. Полиция Майами. О, копы! Обожаю эту передачу. Нам нужно посмотреть, что на этой пленке. Без проблем, давайте. О, у вас тут дырочка от пули. Вы мне про это не расскажете? Похоже, нет. Ладно, хорошо. Используем нашу напольную модель. На ней здорово прослушиваются басы. Вы любите музыку хип-хоп? Я люблю хип-хоп. Мы иногда импровизируем в зале для отдыха. Хорошо, давайте посмотрим ее на большом экране с подстройкой. Ну вот. Морг, испанские пальмы. С чего бы им вести наблюдение за моргом? Угу. Это кубинский флаг? Вон, вон, видишь пушку? Не знал, что охранникам морга такое оружие необходимо. Знаете, пожалуй, это придется выключить. Мой папа владелец магазина. У нее кольцо на языке. Это же порно. Нам чувак, нельзя... чувак, помолчи. Да? Ладно. Просто, понимаете, мой папа будет... мне просто надо... Эй, спокойно. Я, пожалуй, я тут лоханулся. Просто мой папа может... Это как порно. Так. Это официальный полицейский просмотр. Что тут творится такое? Пропустите. Мой папа идет, мой папа идет, мой папа идет. Что за безобразие творится у меня в магазине? Сын, скажи, как эта порнография попала на экраны телевизора в моем магазине? Что у вас вообще здесь происходит? Как ты? Со мной очень плохо, Майк. 3 дня сплошной дерготни. У меня нервы совсем не к черту. У меня зад до сих пор болит. После того, что ты надо мной учинил. О, боже. Да, круто все повернулось. Да. Я просто разгорячился, понимаешь? И пошло-поехало. Но ты знаешь меня. Да. Ты так влепил мне в зад. Какие-то нервы мне повредил. Ну да. Теперь я не могу. Не можешь? Теперь я не могу. А? Чего не можешь? У меня не бывает эрекции. Что такое эрекция? Я принимал Виагру. Таблетку, вторую таблетку. Глотаю их прямо как Скитлз. Это бедный парень просто душу изливает. А он все равно мягкий. А, слушай, я ведь готов говорить с тобой. На нем 5-1 долби. О том, что я сделал с твоим задом, но... Отсутствие у тебя эрекции... Это перебор для меня. Я думал, мы можем поговорить. Да-да-да, нет-нет, мы партнеры, но... Мы отличная пара, но всему есть предел. Новое правило. Чтобы я больше не слышал от тебя слово «мягкий». Он бездушный ублюдок. Гляди сюда. Это вот как бы специальный ящик. Мы возьмем слово «мягкий», засунем его туда вместе с грудью моей мамы, с твоими проблемами по части эрекции, денежными проблемами, и закинем его к черту в океан. И для того, чтобы добраться до этого ящика... Надо быть самим к черту Жаком Кусто. Договорились? Не. А, черт! Пошли отсюда. Я пришла с детьми, а у вас тут порно и картины про голубых. Да что у вас тут за лавочка? Креста на вас, долбогребах, нет. Заткни уши, пупсик. Отделение полиции города Майами. Морг пальмы принадлежит офшору.